Вот она, я. Многие из вас, возможно, сейчас спросят, что это вообще такое, что происходит, и сейчас я вам все подробно расскажу. Те, кто смотрит меня уже достаточно давно, заметили, что последние полгода с каналом что-то идет не так. Я не готовилась к этому видео, у меня абсолютно нет никакого сценария. И знаете, все мы меняемся, рано или поздно. Что-то начинается, а что-то заканчивается. Нет, я не закрываю свой канал, но я ищу что-то новое. Сейчас я пришла к тому выводу, что мне не нравится то, что я делаю. Конечно же, есть отдельные моменты, но в общем, мне не нравится то, что я сейчас снимаю. И я не хочу этому следовать. Я не закрываю свой канал, я не перестаю выпускать видео, но я ищу новые форматы, я ищу себя, я ищу новые способы выражения этого. И я очень рассчитываю на твою поддержку. Видео будут выходить, некоторые старые форматы будут продолжаться выпускаться, но также вместе с этим будет выходить что-то новое, то, чего раньше не было. Мне безумно надоело это. Всем привет, с вами Вика, и сегодня... Надоело. Мне хочется что-то новое, более настоящее. Я не хочу, чтобы это превращалось в видео, я устала или что-то подобное, но мне правда нужна ваша поддержка, ведь знаете, Паша всегда останется с вами. И я очень надеюсь, что мои подписчики останутся и пройдут этот путь вместе со мной, потому что я просто хочу нести позитив, радость, открывать себя и открывать окружающий мир. Это видео не наберет много просмотров, лайков или комментариев. Я просто хочу дать вам знать о том, что я меняюсь. И мне нужно время, чтобы найти себя и чтобы понять, что я хочу снимать. Поэтому видео будут выходить, но, возможно, они будут выходить реже, я не знаю. Если раньше у меня было четкое расписание, что видео по пятницам, либо в 12, либо в 3, то сейчас я не знаю, когда будут выходить видео, но я продолжаю вести оба своих инстаграма, и нет, это не реклама, просто именно там я буду давать вам знать про выход видео или же про отсутствие такового, про все свои новости и то, что происходит у меня в жизни. Поэтому, если тебе интересно, то переходи. И совершенно не обязательно подписываться, но я очень люблю там с вами общаться, поэтому просто напиши мне, я с удовольствием с тобой поговорю. И да, в общем-то, это все, что я хотела тебе сказать. Меняйся, ищи себя, ищи свои цели, и рано или поздно ты к ним придешь. Главное — этого захотеть. Помните, что я очень сильно люблю вас. Сияйте, увидимся с вами совсем скоро. Пока!